А как вы провели новогодние праздники, чем занимались? Хорошо провел, катались на коньках, вот приходили. А еще, может быть, чем-то? На елке ездили с детьми, двое детей, все прекрасно. Мы все новогодние праздники провели в Москве. Ребенок занимается у меня в Дмитровском хоккейном клубе, и мы ездили на турнир рождественский. День рождения у нас было 1 числа. Друзья приходили 2-го, собирали друзей. Катались на сноуборде, так, ездили в гости по гостям, чаи пили. Дома с семьей. Телевизор смотрели, на работу ходили. Ездили на елке, занимались хоккеем и катались на катке на новом. Нет, только хоккеем, только хоккеем. Никуда не ходили, ни в гости? Нет, только хоккей. В цирк ездили? В елке и все остальное. Все хорошо, отлично. Пойдем.